5-9 баллов по шкале Рихтера. Ну и вот, действительно, такая трагедия случилась в Италии. Правого центрального. А Самоа. Баста. Немного рискует. Александро. Удар головой Дибалы. Александро поборолся. Любопытно, что на месте Мадзукича оказался Пауло Дибала. У Лацио есть прекрасный шанс для взятия ворот. Лулич. Филипп Андерсон. Подача. Опасный момент. И как здесь? Александро. Динатья. Хедира. Подача. Удар сходу Асамоа. И вот такой момент возникает именно в створ. Видим, как отбивал мяч. На фланге получает мяч. Против него один. Лукаку пас на Дибалу. Пятка играет Дибала. Хедира. Передача. И здесь занес мяч в ворота. Смотрим. Великолепная передача Алвеса. Ну как великолепно. Очень умная. Чуть-чуть, мне кажется, не хватило точности. Далее Дибала пяткой. Красиво. Гениально оставляет мяч на Хедиру. И сами Хедира. Ну сложно понять, что он хотел сделать. Алвес. Подача. Удар головой. Хелини выше ворот. Алвес неплохо исполнил стандартное положение. Переводит мяч на Хелини. Хедира. Удары 1-0. Сами Хедира снова забивает за Андре Аньели. Отметим Пауло Дибалу, который сделал замечательную передачу на Хедиру. Правда, там была грубейшая ошибка Инзаги. 1-0. Старая сеньора впереди. Ну, а это Пауло Дибала выполняет штрафной. Подача. Бенатья. Австралии и Азии. Иммобили. Удар поворота. Еще моменты. Как здесь? Нет. Видите, как он оказался на ударной позиции. И пробил-то неплохо, но выше ворот сборной Хорватии. Ну и сумма в 23 миллиона евро, которую заплатил Ювентус, говорит сама за себя. Пароло, удар, и Буффон на месте. Опасно, и было неприятно. Но для Буффона, потому что набегал уже, возможно, последняя атака в матче. Пьяца получает Марко. Пьяца, как играет Пьяца?